Play Russian Safe One. Короче, на первом русском безопасном. По-моему, Rarity превратилась в Trixie. Нет, Trixie потом тут тоже была, и она как бы... Значит, мы сегодня будем в кои-то веки в Пунилайфе. В Пунилайфе мы сегодня будем строить дом и пати-остров украшать. Но для этого нам сначала надо собрать пати. Собрать пати нам сначала, да? Правильно я понимаю? Чтобы все вместе переместились на пати-остров. Ну, наверное, пати-лидером должна быть я. По-хорошему, да? Еще узнать как. Короче, вот, смотрите, где я стою. Вот пристань, да? А я, вот я, ребят, вот я. Го ко мне, соберемся. Сейчас я вас буду в друзьяшки, наверное, добавлять. Ой, подходи, как Эмбер, да, или как? Подходи на пристань, я сейчас попробую зайти на остров и выйти обратно на пристань. Ребята, при этом вы останетесь на острове или нам всем надо будет зайти и выйти, господи? Господи, тут не протолкнуться. Так, вот смотрите, если я сейчас выйду, вы тут останетесь, да? Да, да, я могу выйти. Вы же без меня тут не пропадете? Там, где пати. Там, где пати. Так, ну, пати, вот. Я... Unlock map Eden. Вот. Так. И... Все? Вы теперь можете? Проверьте, пожалуйста. Или вам каждому надо теперь это дать? 20 минут осталось стрима. Хром, мы чуть дольше посидим, не переживай. А, ну вот, собственно, магиот. Все, можете. Вот тут надо было. Надо было, короче, кликнуть на лидерство и открыть редактирование карты. Вот. То есть, не ли... Короче, надо было писать, что надо... Ну, слушайте, пишите мне по-русски в следующий раз. Все, все могут убирать, строить. Какое счастье. Где я вообще? Кто я? Где я? Разобрались. Все, хорошо, значит, теперь смотрите. А, вот тут народ делает. У нас есть, кто первый раз, у нас есть панель инструментов. И здесь есть разные инструменты. Можете кликать прямо на нужный, а можете как бы вот этой иконкой перебирать. И тут есть, допустим, метелочка, которую можно удалять. Всякое. Вот. А чужой можно удалять? Можно. А, метелочкой удаляем. Молоточком размещаем объекты. Колесиком прокручиваем, пробелом меняем цвет. Если он там есть. Ну, в подушках там был цвет. Чё там? Где подушки-то? Блин, сколько тут всего. Только пойдемте, наверное, в дом сначала строить, пока темно. Господи, деревья вырастают. Сколько тут всего? Короче, пробелом, по-моему, меняется цвет. Вот. Нет, не пробелом. А чем? А, вот, вот. Пробелом меняется цвет, где есть. Только в подушках, по-моему, есть, да? Фу, это молоток размещение, метелка уборка. Что тут еще? Пила. Это стройка, строительные элементы всякие, доски, блоки и все остальное. Лопата текстура земли. И что там еще? И кисточка, расцветка, где есть. Вот. Елка. Пока вы разбирались, я себе бутиков наготовила. А то! Ладно, главное, фоточку сделала. Сама не знаю, почему, но никто не вижу. В парте, похоже, меня не видно. Starflight, а ты пати-то видишь? Напиши, пожалуйста, ты вот тут видишь нас? Пойдемте в дом. Кто фонарь здесь снес? Пойдемте сначала дом сделаем. Это более простая задача. А потом уже приусадебный участок будем делать. Короче, дом. Вот в доме можно снести, наверное, сразу все, потому что и строить с чистого листа просто. То есть, как бы... Где тут метелка? Короче, убираем весь дом. Сносим просто все. И в принципе, мне все равно, что мы тут построим. Ладно, окна можно не трогать. Мне кажется, игра за нами не успевает. Ну, что ты не убираешься? Спирейшн.
Ой, Inspiration, отвечайся. Короче, да, игра за нами, походу, не успевает. А какие тут есть осветительные приборы? Давайте сначала свет поставим. Короче, у нас Pony Sims. Что тут из света есть, скажите мне? Во, фонарики. Короче, это... В принципе, да, можете строить что, что хотите. Так, Нэнси попросила... Ой, или Нэнси там, да, была? Попросила разрешение в свой собственный сейф сохранить. Пожалуйста. Вот, да, у нас есть это... А как, кстати, как сделать, допустим, чтобы половина была такой, половина такой? Или это можно текстурки, допустим, менять прямо частично? То есть вот тут, допустим, сделать... Ой, прям и так много можно, да? Давайте сделаем тут дорожку. Это зеленая дорожка. Прикольно, конечно. А что тут ящики какие-то остались? Я максимально не успеваю за всеми. Что творится? Спокойной ночи. Кто уходит спать или просто... А, просто уходит. Хорошо. В Pony Town есть дома, да. У нас без комнат будет? У нас так и будет. Все нормально. Так, я предлагаю, короче, да, вот дорожка, пускай с цветочками. Давайте вместо желтого ковра у нас будет что-нибудь с водичкой связанное. Давайте у нас будет бассейн. Где тут? Ковры. А как, кстати, большой этот кусок сразу делать? Это что? Это синий ковер? Такие, есть вода или нету? А, вон, вода есть. А, это строительный элемент, наверное, да? Прикольно. Во, во, да, вот, отлично, мне нравится. И столы такие плавают с тумбочкой. Пони коммуналка, так и запишем. Это у нас Титаник. No, Rose, пожалуйста, не умирай. Ой. Смешно. И камин с елкой. Т, творчество. Короче, тут стены, да? Вот это все стены делаются. Так, дайте я попробую. Окно посредине стены. А двери тут есть? А как двери делать? Так, а двери... А, это, наверное, строительные элементы, да, дверь? Или нет? Если что, не переживайте. Мы сегодня чисто смотрим, что тут в принципе есть, и развлекаемся как мы... Тут будет окно. Как можем, поэтому не парьтесь. Если что-то там сломаем... Еще что-то. Лавки, кровати. Во, все, я себя, короче, ставлю кровать. Розовую. Все, я это. Я спать. Не, серьезно, тут есть двери? Должны же быть. Это элементы. Дверей нет. А, то есть надо дырку в стене, получается, да, делать? Правильно? То есть просто надо делать... где там мой следующий инструмент? То есть надо просто, когда строишь, делать отверстие. А как? Блин. А, для смены типа... Ой. Жаль, что пропустил первую половину стрима. Походу, вас сегодня безудержно веселит. Да у нас вообще веселуха. На телефоне ничего не понимаю. Ем кексик, ничего не знаю. Ой, у нас тут уже цветочки. Я пока там пытаюсь что-то сделать с этим... с дверью. Так, блин, как кусок стены, вот как люди кусок стены выкидывают? Пилой?
Не пилой? Ага. То есть надо всю удалить, а потом сделать не до конца, да? Ой. Стоп. Вот так. Ей! Я зашла в комнату. Прогресс. Слушайте, ну прикольно на самом деле редактор. Особенно мне нравится, что можно в воде плавать на столах. Это, конечно, оригинально. А это нормально, что у нас лампа в камине? У нас больше всего мне нравится, что у нас вот там окно посреди стены. Молоток разместить. Удерживайте контур для перемещения объектов. Мне больше нравится, что у нас тут просто какой-то трэш, угар и содомия просто. Это что такое? Эх, раз и еще раз. И еще много-много раз. Так, елка. Ой, и подарков уже. Тогда подождите, давайте наоборот сундук поменяем местами. Сюда поставим камин. Вот так. Фонарь. Декор. Окно. Окно, наверное, можно вообще дропнуть одно. Нафига нам столько окон. Так, а удалять... пилой? Или метлой? Короче, это окно я удалю. Елка. Окей, елка. Так, растение. А это мой переносчик просто. Елка, хорошо. Что тут еще? Цветок. Цветок. Так. Веселуха, стол. Комод сюда рядом. Так. Стул. Там же лавки плавают. Там такая истрим. Чё это? Ну так я же говорила, что я заранее смотреть не буду, поэтому я смотрю прямо вот со всеми. А как убрать изо рта пони инструмент? Смотри, вот нажимаешь на Next Tool, и там мотается до того, как ничего не будет. Метла. Удалить объект. Кто запер пони? А, можно, кстати, не передвигаться, стоя на одном месте. Переносить можно с любым зажатым. Это что такое? Кто вот это оставил? Что это? Вот смотрите, как блокбон тут уже это. О, уже комната гиковская. И девчонки такие на лавках сидят. Упс, плыл. Короче, веселуха. Так. Нормально. А как стены менять? Тут же можно теперь еще дизайн... Я вот тут вот другие стены сделала. И вообще вот эту картину можно... Куда она делать? А, я ее удалила, ладно. Как другие стены сделать? Кто помнит? Кто знает? Потому что... Используйте колесо для стены типа пола. Может, кисточкой перекрашивать можно? Я тут всем кексы раздаю, у вас там веселуха. Сейчас мы еще на улице пусть поделаем, подождите. Так, молоток, разместить объект, кисть, изменить цвет объекта. Для выбора. Мне казалось, что кто-то только что менял цвет стен, да? Лом, переместить объекты. Кто меняет цвет стен? Как? Как вы это делаете? Метла удалить, лопата пол, пила... Разместить, удалить стену. Так, сейчас. Я... Вот как вот это вот... Кто делает? Как делаете? Расскажите. Молоток. Ну, я думаю... Ну, нет. Колесиком мыши текстуру стены можно. А в какой инструмент должен быть в руках?
Кисть, молоток, что там? Если пила. А, если пила. Ой. А, стоп, подождите. Текст. У меня браузер шалит. Так. Ой. А, все, я поняла. Все, спасибо. Моя Все, спасибо. Вуд, а там пускай стон будет. Все, я разобралась. Господи, боже мой, как сложно. Это вам не Sims, знаете, где одну клавишу нажал? Как обычно, под конец, да. Слушайте, ну прикольно, смотрите, какой у нас веселый дом. Тут просто Happy Tree Friends какой-то. Елка, бассейн. Вот единственная нормальная комната. Прекрасный дом. Просто шикарный. На самом деле это как бы... Даже не знаю, это больше похоже все на внутренний дворик. С елкой, почему? Почему ты с елкой? Ой, забава. Ну, мальчики вот классно сделали. Хвалю. А девочки лавок понапихали в бассейн. Типикал. Так, какие тут еще элементы для дома есть? Короче, всякие подушки, цветочки, деревья прям в доме можно ставить. Ну, типа это, как бы это, дворик. Надгробья, подарочки там понапихали. Это что такое? А, это носочки? Ага, точно, носочки можно повесить. Ленточки там такая уже висит. Елка рождественская поставили. Подушечки. Еще подушечек кому не хватало. Бочонки различные, контейнеры с едой и прочими сладостями. Окей. Столики с пончиками. У нас больше новогодних украшений, декора, сыр. Короче, сладости, подарки, елки, столы, стулья, табуретки, ромашки, тыковки. Это что, фонарики, тыковки? Милашно. Только на пол, да, наверное, ставится. Свечечки. Ладно, это факел. Слушай, просто уже. Камин есть. Так, ящик, ящик, ящик. Вот это что? А, это картина как раз. Картина. Так, о. Тут такой поясник. Окна, 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 книжный шкаф есть, лавки есть, такие, такие, кровати поставили в две стороны. Ну чё, прикольно, можно сделать полноценный дом. Можно, конечно, более аккуратный, чем у нас. Лес для заблуждения, комната елок. Ну что, пойдемте тогда, тут украсили, пойдемте украшать. Кстати, а сохраняется сразу и карта, и остров, да, наверное, я думаю? То есть будем выходить, тут лучше всего. Вот это вот. Пойдемте тогда на улицу еще поукрашаем. Тут вроде мы все посмотрели. Просто замечательный дом. 10 из 10. Я бы лучше не построила. Что, нет, не все еще посмотрели? Так, что у нас на улице? На улице у нас поле тыков. Поле тыков, елка. Так, я тоже хочу что-нибудь поставить. Тут, кстати, на улице еще можно ставить елки, по-моему. Елки, лодки. Хельга в этом в бассейне купается. Можно еще могилки ставить. Ой, можно ставить еще домики. Но это бутафорские домики, да, будут? Можно ставить лодки. Можно лодку с парусом ставить. Бочки.
Везде елки просто, елка. Знаете, у нас какой-то это самый, как это, доки с этими, с надгробиями. Это что за пенек? Съешь на пенек, съесть пирожок. Ну, тут то же самое, да, походу? Ну, то есть комплект у них один, кроме дома и лодки, и все остальное то же самое. Здесь можно ставить лавочки всякие. А лавочку, смотрящую взад, есть? Или только боковые? Не, походу, только боковые. Пенек. Там надгробием лодки. Лодки с надгробиями, господи боже мой, слушайте. А можно что-то на стол ставить, нет? Что-то он такой прям стол, а ничего туда не поставишь. Тут надгробие. Там надгробие, тут надгробие. Ой, нет, давайте мы надгробие куда-нибудь сюда. Надгробие, да. А костра нет? Есть, вот да, камин есть, а костра почему-то... Ёлки в лодке, просто ёлка уплыла. А цветочки, кстати, отдельно, да, мы... Кто, кто у нас такая цветочная фея ходит, цветочки раскидывает? Тут кто-то остров осветил или уже утро? Нет, это уже утро настало. Слушайте, конечно, просто оборжаться. Как это? Искусственный интеллект во всей красе. Табуреточка. Ой. Ёлка в бассейне, да. Короче, искусственный интеллект, да, он такой. Кстати, вот тут можно действительно поставить фонарики. А, стоп, фонарики у нас в стройке, да? Ой, что я так обсмеялась, что мне уже... Цветочки в горшочках, кроватки. Где вы фонарики? Ну, знаете, когда, наверное, наизусть знаешь, что зачем идет, то вот фонарики. То, наверное, гораздо быстрее все это. Что-то криво организуется. Вот тут, слушайте, творчество. Народное творчество просто. Какая милота, да. Не, на самом деле очень классно. И, наверное, с друзьями реально прикольнее. Не, если хотите какое-то произведение искусства, наверное, конечно, одному надо делать. Но когда вот куча, то да, конечно, получается нечто очень интересное. А, Пони-то он только на компы доступен? Луна, слушай, нет, по-моему, народ с мобилок сидит. Можете написать в комментариях, но, по-моему, народ спокойно и с мобил делает все. Елки везде можно ставить и нельзя. Где только... Ну да, елки, это знаете, как это... Восстание елок. Ну что, миленько. Ну, там как бы браузер и логин через ВК какой-нибудь, и все. Это что, надгробие в виде этих самых? Елки. Анна пишет, с телефона сидит. Ну, короче, можно с телефона. Короче, год, давайте сделаем где-нибудь принтскрин красивый. Давайте в доме, наверное. Го в дом обратно. Сделаем на обложку картинку. О, тут листиков раскидали. Или листики были. Давайте вот где-нибудь... Ой, здесь вот садитесь как-нибудь.
Вот, если кому интересно, опять у нас оборотни там бегают. Заканчивать, лучше заканчивать, пробежать. Хорошо, значит, огромное спасибо, что помогали в Понитауне, потому что я, ну, как вы видели, нуб-нубом, да, прикольный редактор, да, вот это уже похоже на игру. Потому что на общей карте я, конечно, такая, о боже мой, что происходит, то все эти люди. Вот, но если вам скучно и одиноко, то тут, да, конечно, можно с ребятами пообщаться. Так что запись будет на ютубчике. Мне кто-то что-то хочет дать. Вот, и на следующей неделе у нас расписание обычное, понедельник будет это самое, в следующий субботу у нас будет хочу поиграть в этот Ambient White. Так что будете приходить, тоже будете подсказывать, кто играет. Да, все, всем пока-пока. Всем пока-пока. Пока-пока. До свидания. До свидания. Я сейчас сохраню еще карту себе эту. Вот, все. Большое спасибо Несику, Мерси, Денесу и Руслану за донаты. До следующей недели. Всем пока!